Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Продолжаю задавать вам и самому себе очень простые вопросы. Только отвечать на них почему-то непросто. Всю жизнь мы ответы ищем, да так порой и не находим. Вот и в анонсируемой песне, казалось бы, вопрос простой. Кому же верить нам? А когда задумаешься, то понимаешь, что даже самому себе доверять нельзя. Ну вот вроде бы решил, что будешь честным и принципиальным человеком, и не станешь обжираться на ночь. А тут, пока жена не видит, ноги подло привели тебя к холодильнику. И ты как-то совсем незаметно уже стоишь и быстро хрумкаешь сосиску, прислушиваясь к звукам из спальни и размышляя, кому же верить можно в этой жизни. Именно на такой вопрос я и предлагаю ответить в своей новой песне, которая так и называется «Кому же верить нам?». Она прозвучит в эфире 16 июля. До встречи, друзья! И помните, верить нельзя никому, кроме Волощука СД.